У нас вообще это двуязычная страна, конституция закреплена, поэтому я думаю, формат такой, что прорычал. Я сейчас тогда по-русски буду говорить. Да, вот сейчас много говорилось о том КГБ, ЧК, КВД и так далее. Это, конечно, наша история, ее никак не вычеркнешь, но мне хотелось бы поговорить о будущем. Так как я сам по профессии преподаватель, поэтому меня интересует именно подготовка кадров для спецслужб, для органов национальной безопасности. В связи с этим, что я хочу сказать? Меня беспокоит то, что, ребята наши готовятся в учебных заведениях за рубежом. Я считаю, что в любой сфере, в сельскохозяйстве и так далее, хоть где могут учиться, в любой стране, но именно в органах национальной, для подготовки кадров для органов национальной безопасности, кадры должны готовиться в Кыргызстане. Особенно меня беспокоит тот факт, что готовятся кадры для национальной безопасности в странах, где органы национальной безопасности выполняют, обслуживают интересы власти. А именно, контролируют финансовые потоки, подавляют инакомыслие, подавляют оппозицию, опальных каких-то политиков, вплоть до физического устранения. В связи с этим я хотел бы все-таки, чтобы в резолюцию, которая заключительная будет, чтобы внесли такой пункт, что кадры для органов национальной безопасности должны готовиться внутри Кыргызстана, а не в каких-то зарубежных странах. У меня все, спасибо.